Всем привет, ребята, с вами Локи, и сегодня мы посмотрим на начало недавно вышедшей новинки Kingdom Hearts 3. Немножко своеобразная игра, я думаю, она в первую очередь понравится фанатам Square Enix, а также фанатам Disney, так как здесь связаны две эти вселенные. Мы увидим здесь и героев, таких как Гуфи и Дональд. Ну а также нас ждут вроде как захватывающие бои. Я честно скажу, я не играл в прошлой части вселенной. Поэтому буду так же, как и большинство из вас, наверное, смотреть все это впервые. И пытаться разобраться, что же здесь происходит. Это, как я понимаю, наш главный герой. И как мы видим, здесь различные вот миры. Аладдин, Малефисента, Русалочка. В общем, куча-куча всего. Дональд Дак. Микки Маус здесь. Все взмывают своими мечами вверх. Ага, и вот наш как раз трио. Наш главный герой и, собственно, Дональд Дак и Гуфи. Так, ну хорошо. Давайте смотреть, что мы здесь имеем. Это у нас маг. Здесь сбалансирован. Давайте выберем баланс. Баланс в атаке. Сейчас, как я понимаю, мы просто подготавливаем нашего главного героя. Выбирая его способности, манеры боя и тому подобное. Вон там король-лев. Красавица и чудовище. Это у нас парирование, скорее всего, атак. Сейчас поглядим, что нам здесь. Какую выберешь ты силу? Здесь у нас, значит, Мистик, Варьер и Гардиан. Давайте я буду воином, Варианом. Пиноккио, Питер Пен. Это твой выбор, да? Это мой выбор. Король Лев. Здесь куча, куча мультфильмов Диснея, их героев. Ну а также, вот как я понимаю, эти герои из Final Fantasy, скорее всего. Судя по их прическам. Ну, слушайте, вот так вот графончик очень даже сочно смотрится. Я имею в виду наш главный герой. Ага, и вот какие-то монстры появились. Я надеюсь, бои здесь у нас в реальном времени. Так, нажимайте, чтобы атаковать. Зажмите для блока. Выбрать цель. Ну, здесь прям, ребят, а-ля Dark Souls. Так. Отлично. С первой партией монстров мы разобрались. Это неужели босс? Охренеть.
Так, ну пока вот какие-то тут шары. Давайте попробуем. Ага, вон. Это мне интересно, сверху-то это, наверное, его ХП все-таки, а не наш. Ничего себе. Неплохие вертухи выдают. А если по ногам тебе? Ух ты. Я тебя понял. Почти, почти уже получилось. Все, вроде как... Че, еще? Офигеть. Да, отходи, отходи. Вот это, конечно, то, что у нас небо. Давайте просто молотить его. А он не дает. Он не дает нам ударить его по ногам. Может быть, какая-то ульта есть. Я как понимаю, у него две шкалы ХП просто. Одну-то мы сняли. Осталась еще одна. Давай, почти добили. Отлично. Ух, ну слушайте, прямо РПГшка какая-то. Так. Xehanort, there are allies we must gather, acting now to rouse them from their slumber. We have discussed this before, Sora. Mm. Your mark of mastery exam was conducted in the hopes you would acquire the power to wake them. However, the darkness nearly took control of you, and your grasp of your new... У Дональда Дака неплохая такая разгрузка. Furthermore, Xehanort nearly made you his vessel, and in the process stripped you of most of the power you had gained by then. I suspect you have already noticed this, correct? But first, you must regain all the strength you have lost. Perhaps it is foolish to expect a complete recovery, but it is absolutely vital you perfect one power, the power of waking. Which you failed to master during your exam. There's someone who lost his strength and found it again. A true hero to whom you ought to pay a visit. Perhaps he can point you in the right direction. Fool? Got it. Hmm. You can count on us to take care of Sora. I would have it no other way. I put Sora in your hands. Oh, this is gonna be lots of fun. It's not a vacation. Let's go. Count on us. Ну и вот, собственно, наш отряд. Наш главный герой Гуфи и Дональд Дак будут помогать нам сражаться с какими-то непонятными чудиками. А это что, наш корабль? Mm-hmm. How are we supposed to get there now? What? I don't know. Looks like all the old highways are closed. Didn't Master Yen Sid say that Sora should trust the guidance his heart gives? Come on, Sora. Which way? Hey, would you get serious? Give me a break. I'm trying. These things take time. Well, since we've already been before, why don't you try picturing our friends like we're there?
Well? Sorry, I got nothing. What did you expect? May your heart be your guiding key. Huh? What's that? Master Yen said always said that, right before we went off on any of our real important adventures. Really? Ring a bell? Maybe I just imagined it. May my heart be my guiding key. I've got it! All right! Olympus Coliseum, here we come! At long last, the time had come. The planets were edging into perfect alignment. And the plan Hades devised 18 years ago was about to reach fruition. The fates had predicted this very future, the day he would seize control of Olympus and rule over all the cosmos. Hades' previous attempts, using Terra, Cloud, and Orin to advance his plans for conquest, had failed. The hour was not yet right. But now the planets were aligned, and nothing could possibly go wrong. A wave of darkness slants down from their celestial rank, and one by one, Hades freed the Titans from their prison. Some of them, the same monstrosities that Sora and his friends had already fought and bested before. With both the Titans and his longing for vengeance against Zeus reinvigorated, Hades began his attack on Olympus. Итак, мы прилетели на Олимп. Как я понимаю. No fanfare? И нас никто не встречает. Looks like we missed the Colosseum. Sora, you opened the gate. I was a little off again. Sorry. We'll find him. But we need to go. Up the mountain? Yeah. Up is the usual direction. Well, never hurts to have your head in the clouds. Exactly. Hey, we're leaving. Итак, нам нужно подняться наверх. А, ну конечно, кто нам это даст просто так сделать? Как это жирный, первый жирный босс. Так, мы можем выбрать магию. Так, тоже неплохо. Пока с летающим разобрались. Давайте сначала, я думаю, мелких уничтожим. А уже после этого будем разбираться с толстяком. Так, у нас снова есть магия. И толстяк повержен. Что-то мы с вами нашли. Давайте посмотрим.
Так, у нас есть какие-то различные способности. Вещи, кристальчики. Так, а есть еще одежда, да? Ну, как я понимаю, ее сейчас у нас просто нет. Ну, лады. Давайте погнали вперед. Поменено управление, не так, как в других играх. Не совсем привычно. Ничего себе. Это принц Персии, по всей видимости. Так. Ну, выглядит очень приятная игра, я думаю, для тех ребят, у кого уже есть даже дети. Я думаю, это будет весьма прикольная игра. Единственное, жалко, что она на английском. Даже нет субтитров русских. Ну, в принципе, так вот побегать в приятной такой атмосфере Диснея. Очень даже, мне кажется, здорово. Did I make a turn at the wrong rock? Hey, Hercules! Мы ищем Геркулеса. Сейчас прилетит на Пегасе, наверное, нет? Crossed my T's, zeroed the hero. So what gives? Who could possibly be trying to give me a migraine by yodeling that Yutz's name? Really? Hades? It's just you. Maybe. It's just us? Even for you, that's cold. Don't forget, I can always turn up the heat! Wait, if Hades is here, then where's her? What is everyone's infatuation with that stone? You know what, never mind, I'm cool, I'm good. Because Wonderboy will be out of my hair soon enough. So you're up to no good again. Of course he is. You bet. Oh, easy. What is this, Sparta? Kind of on a schedule. Don't have time to toss around the old fire and brimstone. The whole cosmos is basically waiting for me to, you know, conquer it. Poor Hades. He thinks he can actually pull it off this time. Where are my titans? Show me your power! That sun I'm sailing. Sailing right to where I left. No biggie. Nice work, boys. So, back to the whole cosmic coup thing? Really? Are you kidding? Jeez Louise. Seriously, when it rains, it pours. Okay, who's the new pest? Hey now, that ain't no way to say hello, especially to your old friend. Малефисента. Вот этого я не помню, как из... Oh,
мультфильмы звали. So, you can keep your heartless this time. I'm going back to my original plan, all right? So, toodaloo. Exit that away. Hey, it was great seeing you. Happy trails! We are not here for you. I have my own business to attend to. All I need to know is if there is a distinctive black box somewhere in this world. Black box, huh? Black box, black box, black box. Wait, don't tell me. You're after the one Zeus hid on Earth? Possibly. If I were, where might it be? Phew. See? Found him. Yeah, I guess this counts. Let me down! Just a second. You guys are here. Sora, Donald, Goofy. You literally dropped in. Gotta say, I'm impressed. Thanks! Like the catch. Yeah, thanks, Herc. But what's going on? Take a guess. Starts with an H. Ah, I get the picture. Actually, we bumped into the H-ster on the way here. He said something about conquering the whole cosmos. All of it, huh? Nice of him to show a little self-restraint. Well, whatever he's planning, I'll send him running back across the Styx. That's our Herc. Так, у нас есть какой-то магазинчик и сейв поинт. Я думаю, друзья, на этом мы будем заканчивать. Если вам понравилось видео, обязательно поддержите его пальцем вверх. Подписывайтесь на канал, если вы новенький. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо за просмотр и увидимся. Пока-пока.